Дорогие друзья, я выставляю ритуал для простых людей. Естественно, этим могут пользоваться и практики, но я этот ритуал дарю всем. Поскольку много раз у меня спрашивают, как можно бороться с несправедливостью, когда их ни за что обижают, когда им не дают зарплаты, когда обманывают на работе, да и в конце концов, когда муж делает больно ни за что, ни про что. Неужели нету справедливости вселенской, которая их покарает? Есть, конечно. Просто за колдунов они заступаются сразу, за простых людей постепенно, со временем. Обязательно она есть. И вот этот ритуал, который я хочу вам подарить, поможет вам добиться справедливости. Если у вас не получится, значит, где-то вы сами были виноваты в этом конфликте. Если получится, значит, получится. По крайней мере, это поможет вам оттянуть некоторое время для того, чтобы найти время потом прийти к практику, к человеку понимающему и провести ритуал, ну, более сильный, скажем так. Мщение, если вы хотите, или затыкание врагов и прочее. Когда на вас обрушивается очень много негатива, нехорошего, когда соседи пишут заявы ни за что и так далее. В общем, вы несправедливо обижены, как вам кажется. Учтите, если вы виноваты, то вселенская справедливость может за вас и не заступиться. Поэтому, прежде чем это делать, будьте уверены в том, что вашей вины здесь вообще нет. Статуэтка Фемиды вам не нужна, простым людям она вообще противопоказана. Фемиду может дома как бы держать человек практикующий. Юристам дарят Фемиду, естественно, да, но и то, знаете, не все они берут статую к себе домой. Как правило, ставят в своих кабинетах, понимая, может быть, подсознательно, что это не простые статуи. И они забирают определенную жизненную силу и энергию. Итак, берете черную ткань, находите темную свечу. Если у вас нет темной свечи, найдите восковую, но не цветную. Зажигайте, читайте 7 раз. После того, как получилось то, что вы хотите, и люди наказаны, у людей начались проблемы, и они, в общем, ответили за то зло, что вам причиняют. Учтите, это слово обратно взять нельзя. Если вас обидела родная сестра, вы начитали, и на нее обрушилось кое-что, конечно, это не порча. Конечно, здесь особых страшных вещей для своих врагов не ждите. Но то, что справедливость будет восстановлена в вашу пользу, это, скорее всего, получится у вас. Если, опять повторяю, вы действительно не виноваты в этом конфликте. Вот, собственно говоря, это призыв к силам справедливости вселенской, которые за вас заступятся, за невиноватую. Когда у вас все получится, как вы хотели, оставьте определенную сумму денег, ну, скажем, ну, в размере $100 хотя бы, где-нибудь. Просто оставьте, чтобы кто-то забирал. И говорите, что вы откупаетесь за справедливое решение вселенной. Понимаете меня? Вы кому-то должны этими деньгами делать добро. Но вы не должны знать, кому они достанутся. Оставьте и уходите. Итак, читаем 7 раз. «О вселенская справедливость, я взываю к тебе, карающей руке твоей, заступись за меня. Пусть невидимая рука правды косит моих врагов, требуя с них ответа за меня. Я жду справедливости и получу ее именем вечных и древних сил, именем вездесущего разума. Моя месть свершится руками вселенной. Покарайте тех, кто несправедлив ко мне. Пусть платят они за свои злодеяния. О, рука вселенской судьи, настигни и обрати во прах виновных. Взываю к справедливости твоей и мудрости мироздания. Да будет услышана моя просьба, заклята». Устала я сегодня очень. Но ничего.
Еще раз напоминаю, читаем 7 раз, и когда у вас все получилось, когда все решилось в вашу пользу, оставляем некоторую сумму денег где-нибудь, такой, ну, на скамейке хотя бы, ложите и уходите. Пусть их забирает тот, но приведут того, кому они нужнее. Поверьте, никакой алкаш и бомж их не увидит. Это будет ваша плата за справедливое решение. Постарайтесь не часто обращаться, но по самым-самым важным делам и вопросам, когда действительно вас ущемляют там дома, или, может, свекровь несправедлива к вам, может, родственники мужа, может, ваша родня и прочее. Вот этот ритуал можете провести. Всем удачи!